Квартиру 28, дома 21 по улице Каляева в советское время приходили большие партии твердокопченой колбасы из Пятигорска. Карина настолько была измуждена сим продуктом, что ела исключительно шкурки от колбасы. Зато мне доставалось самое основное – сама колбаса. Первая видеокамера в Советском Союзе появилась у семьи Романовых. И тогда мы начали пробовать с Кариной наше актерско-режиссерское ремесло. Карина режиссером, я по совместительству Юрой Шатуновым. Вот некоторые заметки из моего ежедневника 1987 года. Сегодня мы проснулись, покушали, и я с Мариной поехала к Карине на съемки. Сначала очень много репетировали, а потом поднялись наверх к тете Марине уже сниматься, и начались съемки. Сняли нас очень хорошо, но мы не посмотрели, потому что у них не было видика. А потом мы начали играть и веситься, потом приехали в 10 часов мама и папа, и мы поехали домой. В этой парадной находился Каринин детский сад. Иногда мы с мамой забирали Карину после садика и шли через проходной двор в гости на улицу Каляева есть всю ту же колбасу. Особняк Кочубей на Фурштадской, 24, это детская поликлиника. Сюда нас наши родители возили к злобным врачам. Карина все время мучилась ушами, а я ходила с ней за компанию. Единственное, что нас радовало в этом месте, это большой светлый зал с пианино. Там мы ждали нашей участи. Квартира номер 5 по улице Рылеева, дом 25, к нам с Кариной приходил Дед Мороз. Дед Мороз дарил подарочки только за то, чтобы мы ему спели. Карина очень любила петь Деду Морозу и поет до сих пор. Однажды в этой квартире произошло знаменательное событие. Наши мамы нам с Кариной принесли банку консервированных ананасов. И именно событие, потому что в то время ананасы были страшным дефицитом. Летним вечером правоохранительными органами была задержана цыганка с большим количеством золота. И нас с Кариной позвали быть понятыми. Я, конечно, очень запереживала и испугалась, но Карина уверила меня, что ничего страшного в этом нет. Тогда уже чувствовались задатки профессионального юриста. Таврический сад. Жемчужина Дзержинского района. При входе в Таврический сад мы всегда первым делом отдавали пионерский салют дедушке Лене, который стоял вот там вот, на входе. А уж после этого шли кататься на лыжах, на коньках, играть в снежки и навещать затонувший корабль в пруду. В советское время выезд за границу был запрещен. Но даже тогда находились предприимчивые люди, которые могли на время покинуть пределы нашей родины. Одним из этих людей была тетя Карина, Люся. Она уехала в Германию, правда, ненадолго. Из Германии она привезла очень много немецких сувениров, как то фарфоровые статуэтки и ковры. Люся шифровалась и поэтому не жила в отдельной квартире, а жила в комнате в коммуналке. London is the capital of Great Britain. Moscow is the capital of Soviet Union. My name is Yulia. I live in Leningrad. I have a cat. I have a best friend. Her name is Karina. Именно от двери этой английской школы мы провожали Карину в Швецию. На время поездки я ей отдала свою бирюзовую польскую куртку для того, чтобы она удивила злодеев-капиталистов. Известная Четырка. Четырка была культовым местом для гуляния. Основная достопримечательность Четырки – это была карусель-вертушка. Однажды Карина меня раскрутила на вертушке и побежала домой за колбасой и шкурками от колбасы, чтобы мы могли с ней подкрепиться. Но тут на мою беду поднялся сильный ветер и раскрутил вертушку в обратную сторону. Мои ноги запутались, под вертушкой была лужа, и я начала тонуть. Но на мое счастье прибежала Карина с колбасой в руке и спасла меня. Колобок в советское время было место для гурманов. Пирожки с мясом будоражили наши детские головы и желудки. С
тех пор ничего не изменилось. Ником из Швеции Карина пошла в новую школу 204. На дворе 91 год. Начинается новое десятилетие. И от дверей этой школы мы провожаем Карину во взрослую жизнь. О чем мы расскажем вам в следующей телепередаче. Шапку не снимете? Ой, нет, что вы, я укладку сегодня не сделала. Тогда пониже опустить. Угу. Так, хорошо, поехали. Угу. Дорогая моя любимая подруга Коря, я поздравляю тебя с днем рождения. Хоть мне уже и 49 лет, но душой, внешностью и телом я осталась в 80-х. Помогает мне оставаться в 80-х мой любимый фотоальбом. Немного теплее за стеклом, но злые морозы. Вхожу в эти двери, словно в сад июльских цветов. Я их так хочу согреть теплом, но белые розы. У всех на глазах я целовать и гладить готов. Я их так хочу согреть теплом, но белые розы. У всех на глазах я целовать и гладить готов. Белые розы, белые розы, беззащитные шипы. Что с ними сделал снег и морозы, лед витрин голубых? Люди украсят вами свой праздник лишь на несколько дней и оставляют вас умирать на белом холодном окне. А люди уносят вас с собой и вечером поздним. Пусть праздничный свет наполнит вмиг все окна дворов. Кто выдумал вас растить зимой, о, белые розы, и в мир уводить жестоких вьюг холодных ветров?